А вы цените удобство и комфорт? Если да, выбирайте простыню натяжную на резинке «Классика». 9 цветов на выбор под любое постельное белье. А в чем преимущество именно такой простыни? Легко надевается на матрас абсолютно любой высоты. Вот, вот смотри, Ариш, я сплю, например, вообще на диване. Посмотрите, и я сплю на диване. И я. За счет эластичной ленты можно надеть классику даже на диван. Вот на диван-софу, да, совершенно спокойно. Борт 20 сантиметров, но за счет того, что простыня эластичная, можно растянуть ее и надеть на борт даже 30-сантиметровый. Вот, Юль, действительно, полстраны, так же, как мы с тобой спим на диванах. И очень часто вот у меня сталкиваются проблемы. Я просыпаюсь, а простыня у меня совершенно где-то в другом месте, не там, где она должна быть. Вот, а классика надежно фиксируется на матрасе любой высоты, и поверхность, ну, просто практически зеркальная. И, конечно, вы спите с удобством, потому что, ну, согласись, раздражает, создает дискомфорт, если просто не убегает. Конечно, а если каждый день еще приходится поправлять, перестилать, а так легко. Накинули покрывало богемная роза, к примеру, и уже не нужно, приходя с работы, опять что-то расправлять, натягивать простыни. Ваше спальное место всегда готово, оно ждет вас. А самое главное, оно всегда безупречно выглядит. Итак, очень здорово то, что наша классика в 9 цветах. Что выходит в первую очередь из строя? Это простыня. Вы можете заменить ее на классику и не выбрасывать свое любимое белье. Бордовая классика, вашему вниманию. Пойдемте далее. Яркая синяя классика. Посмотрите, какое количество цветов. А вот это голубая классика. Выбирайте свой цвет, а лучше сразу несколько, ведь белья у нас много, и мы любим изменения. Фиолетовая классика, вашему вниманию. Идем ниже. Мой любимый цвет, зеленая травка, салатовая классика. Мне кажется, вы сегодня выберете, кому не хватает немножко лета, солнечных оттенков. Итак, пастельная, кремовая классика. Ну, это действительно классика. Да, вот так вот говорит само за себя. Классический белый, бежевый и самый крайний у нас внизу, вот уже появляется на экране, серая классика. А на нашей импровизированной кровати на спальне лежит персиковая классика. Ты знаешь, очень здорово то, что наша простыня не просто подстроится под любой комплект постельного белья, и не придется его выбрасывать, еще и размеров несколько. Да, это как же здорово! На любую кровать, на любой диван, на любой матрас вы можете сегодня приобрести простынь на нашей резинке классика. Цена премьера от 629 рублей! Вот это да! Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Вот, Юль, а я думала, куда мне можно применить свои комплекты. Вот простынь уже вышла из строя, простынь порвалась, а комплект лежит. Что делать? Выбрасывать? Нет. Спасибо, Юль, за совет. Прям вот. Кстати, да, действительно, ваше постельное белье дольше проживет. А еще очень здорово, мне очень нравятся комфортные условия сна. Ведь резинка у нас по всей площади. Знаешь, как бывает, что только на уголочках. Потому что резинок, простыней на резинках представлено много, на самом деле, на рынке. Но не всегда мы видим такое удобство, что резинка по всему периметру. Это значит, надежно фиксируется на матрасе любой высоты и никогда не убежит. А еще очень здорово. Смотрите на мою руку. Я показываю трикотажное полотно. Очень часто и очень много было звонков от моих покупателей, у меня есть обратная связь, жалуются на то, что рыхлые простыни у них. А потому что, ну, все-таки трикотаж трикотажу рознь. Здесь плотное трикотажное полотно. Очень долго служит такая трикотажная простыня. И форму не теряет за счет эластичной фактуры. И плетение здесь плотное. Вот это ценно. Вот это ценно. Качество вашего сна, чтобы высыпаться, чувствовать себя комфортно, чтобы ничего вас не раздражало, чтобы легкостью погружаться в приятные сновидения. Цена премьеры от 629 рублей. 5 размеров, 10 цветов на выбор. Посмотрите, Юля, давай проверим на прочность. Вот, к примеру, если дети прибежали к вам в кровать, да, или вы плохо спите, постоянно ворочаете, давай потянем, что сейчас будет? Эластичное полотно, оно, конечно же, хорошо тянется, а потом возвращает свою форму. Вот так легко, одним движением вы можете надеть свою простыню, с этим даже детишки действительно справятся. Это удобно.